Встреча с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Лю Шаоци и генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая Дэн Сяопином. Волнующая встреча и многозначительные переговоры с председателем Китайской Народной Республики Мао Цзэдуном. На переговорах и беседах достигнуто полное единство мнений по обсудившимся вопросам о международной ситуации и всем другим проблемам, представляющим взаимный интерес.